Добрый день, дорогие друзья! Я хочу вам показать реку Кашинку. Здесь, конечно, прекрасные виды. На другой стороне реки частный сектор находится. Сама река Кашинка сейчас под снегом. И вот мостик через реку. И по этому мостику можно пройти мимо улочек в центр города. Когда мы были, вот несколько лет назад, но мы были в ноябре, здесь место было не замерзшее, и очень много уток плавало. Отдыхающие ходили, кормили уток. И вот такой мостик, переход. А дальше меня удивило то, что облагородили это место, можно сказать, набережную. Но это не набережная. У этой улицы есть название. Я покажу вам название. А здесь я не знаю, кто, может быть, городские власти, может быть, санаторий, но облагородили эту улицу. Сейчас река под снегом, вот полностью она под снегом. А тогда была полынья и плавали утки. И здесь вот по ходу сделали фигурки курортника и курортницы. Так как мы находимся в санатории, такие фигурки сделали. Вот сейчас зима, они засыпаны снегом. Ну, снег падал и на них оставался. Это такой материал, вот как газон. Укладывают газон зеленый. И это такой материал. Вот фигуры. Мужчина с тростью, если вам видно. И женщина идет в длинном платье. Ну, курортница и курортник. Фигуры, конечно, красивые, так, как достопримечательность. Дальше вот сделали качели. Сейчас февраль, и качаться на качелях холодно. Но вообще приятно, что вот такое сделали. И вот такой рассвет. Солнце встает. Вот с той стороны встает солнце. И здесь дорожка сделана. Фонари поставили. Я предполагаю, что здесь дорожка выложена плиткой. А здесь вот качели. Двое качель. Одни и вторые. И сделана смотровая площадка. И вот тут сделана смотровая площадка. Подойдем поближе. Здесь можно фотографироваться, так как это курортная зона, приезжают отдыхающие. И здесь даже сделаны для цветов такие подставочки. Я неправильно сказала, здесь такие кашпо поставлены. По всей вероятности, здесь высаживаются цветы. Они вот по всему периметру. И посмотрите, какой вид красивый. Очень красивый вид. На другой стороне дома частные. Восход, солнце и река. Вся под снегом. Не видно. Даже рыбаков не видно. Я посмотрела в Википедии, или Википедии, как правильно, что река рыбная. Здесь рыба водится. Но она на самом деле река мелкая. Мы были в другое время года, осенью, река мелкая. Она впадает, река это Кашинка, а в некоторых источниках Кашинка называется. Как правильно, я не знаю, но город Кашин называется, санаторий Кашин. И реку мы называем Кашинка, это мы называем, приезжие. А как местные называют, я не знаю. Длина этой реки 128 километров. Она вот огибает такой дугой город Кашин. И здесь вот в городе Кашине очень много церквей. Вот купол одной из них видно. Наверное, колокольня. А вообще, я говорила уже, длина 128 километров. Впадает она в реку Волга. Ну, из Волги, видимо, заходит рыба, и поэтому считается, что река рыбная, что в ней водится рыба много. И вот здесь такая дорожка, прочищена она, фонари поставили вот
освещается, скамеечки стоят. Хорошо будет летом отдыхать. Вот скамеечки стоят. Посидеть, посмотреть в хорошую погоду на реку, на вид, вот на такой вид. И сейчас пройдемся по этой дорожке. Все очень приятно, что сделали такую дорожку. И эта дорожка вот вдоль реки, она идет вдоль улицы. Вот здесь, может быть, плохо видно. Улица Курортная называется. Здесь частный сектор также идет. И вот такие дома здесь. Дома деревянные. Есть, по-моему, дома и старинные на этой улице. Здесь две смотровые площадки. Одна и еще вторая должна быть где-то. Слышится музыка. Это на центральной площади музыка. Сегодня воскресенье, базарный день. Как я говорила, здесь скамеечки. Они очищаются. Конечно, зимой тут сидеть никто не будет. Но гулять по этой дорожке вполне можно. Пройдут морозы, и будет хорошо, комфортно гулять. А впереди здесь жилые дома. А впереди вот дом давней постройки. Есть картина в клубе санатория. И вид на мост на другую сторону. Вот. Около реки. Там интересно, конечно, нарисована большая картина. А вот мы с вами идем по этой дорожке утром. Ну, не совсем ранним, но ранним. Утром солнце встает. Вчера был сильный мороз, сегодня будет послабее. И вот такие дома тут с наличниками. Сейчас мы подходим к мосту. Перейдем мост, я покажу вам лесенку. Это уже другой мостик. Первый был у ворот санатория, а этот мост просто через реку. Он деревянный. Люди ходят на одну сторону и оттуда, из города, из центра города и в центр города. И вот такие дома тут с наличниками. Сейчас мы подходим к мосту. Перейдем мост, я покажу вам лесенку. Идем по деревянному мосту. Слышится музыка. И выйдем на центральную площадь. Но центральная площадь — это будет отдельная тема. А пока что я вам небольшую прогулку показала по этому мостику. И вдоль реки Кашинка. Как мы называем приезжая Кашинка. Ну, может быть, она где-то и Кашинка называется. Вот такой вид открывается в одну сторону и в другую сторону, на реку Кашинка. С этого места очень красивый обзор. И здесь тоже красивый обзор. И, как я говорила, уже подходим к лесенке. Это конец нашего путешествия на данный момент. Мы выходим на центральную площадь. А здесь такая деревянная лестница. Вот это уже в городе. Вид на реку Кашинку. Кашинка огибает. Вот с этой стороны она огибает и выходит от санатория, выходит сюда и дальше течет. Это собор Анны Кашинской. Вот здесь наверху очень красивый. А здесь вот тоже прогулочная зона. Зона отдыха, скамеечки. Открывается вид вот здесь на реку Кашинка с другой стороны. Кашинка огибает часть города и протекает дальше. Собор Анны Кашинской. Мощи Анны Кашинской находится в другом соборе. А здесь вот собор ее имени. Там и памятник есть. Здесь прогулочная зона находится. А зимой вот такой вид. Все под снегом. Ну и, наверное, подо льдом, потому что морозы.